Йоу-йоу-хеллоу, с вами снова Клей, а это мой брат Карман, кушает тут себе, поэтому приятного аппетита, и сегодня мы вместе с Карманом будем проходить очередную карту от подписчика, потому что подписчик под ником Айгидра скинул мне очень загадочную непонятную карту, где я вообще не знаю, что будет происходить, и опять по традиции, когда я запустил карту, я заспавнился где-то фиг знает где, летал в креативе, и я так понимаю, вот это начало карты, я надеюсь, поэтому здесь написано правило и опасность. Я думаю, все-таки это одно. Поэтому, ребят, что ж, я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний видос. Вы поддержите его вашим лойсом вверх и рандомный комментосище у нас залетает от Бикета, который пишет: я смотрю Кейна, сидя в подъезде. Подъезд. Покажи мне. Чего? Окей, хорошо. Не знаю, хорошо ли смотреть Кейна в подъезде, но мне кажется, Кейна можно смотреть вообще откуда вы только захотите. Поэтому, ладно, друзья, что ж, давайте приступать, посмотрим, что у нас здесь. Тут пусто, это не открывается. Правило: не используй креатив только в крайних случаях. Не ломай карту, если не просят. Не обижай стол, а то сделаю карту со столом. А я хочу карту со столом. Хотя, погоди, ты так сделал здесь довольно-таки большой, широкий стол. Блин, мне бы такой гигантский стол. Ну да ладно, что ж. Правило довольно-таки понятно. О пасхалках. Гидра нам опять же говорит: привет, Кейн. Раз ты нажал на эту кнопку, тебе интересно, что за пасхалки тут будут. Ладно, я скажу, собираем магические камни разных цветов. Удача, пасхалка может быть где-то тут. Окей, 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 я понял. Это означает, что здесь по любасу... Так, бум. Стоп, где я? Это кто такой? Наконец-то я выбрался из этой коробки. Комп говорит: загрузка пикселей. Чего сейчас только что произошло? Я даже не успел прочитать текст. Потом, бум, Кейн пишет: кто ты и чего тебе надо? Кто я? Я комп, меня заточили в этой жестянке на долгое время, но я смог выбраться и теперь отомщу всем вам. Нет, окей. Окей, типа я попал внутрь компьютера. Если мы только что загружали пиксели, то есть меня похитил компуктер, друзья. Окей. Только единственный вопрос: работают ли здесь спаунпоинты? Но я так понимаю, мы начинаем с паркурца. По традиции, это мы любим, это мы умеем, это мы могем. Поэтому давайте покажем мастерство паркура, как я обычно это люблю делать. Теперь, в принципе, здесь без распрыжки, точнее без разбега. Вот здесь уже с разбегом и перелетел. Вау, класс, найс. Зато спаунпоинт работает, поэтому ладно, погнали еще раз. Я не понимаю, а что вот это означает? Типа попал внутрь компьютера, только это что ли типа такой гигантский кабель? Или как это работает? Непонятно. Ну ладно, давайте все-таки пройдем по... Паркур, пожалуйста, мистер Канистра. Давай-ка мы его все-таки пройдем и посмотрим, что у нас будет дальше. По идее, здесь будут, различные испытания, помимо паркура, которые я видел на скриншотах, хотя описание было довольно-таки короткое, то есть не было большого описания карты, поэтому давайте посмотрим. Так, каким образом? Вот таким образом, отлично. Теперь вот так, и вот... Я сейчас сойду с ума. Я только что записывал видос, который вы, наверное, увидите в этот же день, утром, где я проходил... Майнкрафт с максимальными читами. Я установил самые сумасшедшие датапаки, которые я только смог найти. И я не прошел Майнкрафт. Я не смог. Я очень зол сегодня. Я очень зол, но ладно. Я думаю, мы хотя бы сегодня затащим и пройдем карту от подписончика. Поэтому раз... Отлично, теперь раз и два. Так, такие прыжки мы понимаем, мы знаем, мы любим и мы умеем. Поэтому раз и два. Найс, что тебе просто уже? Как ты это прошел? Ну, конечно, у меня много козырей в рукаве. Загрузка пикселей, окей. Окей. О, а вот и дроппер. Так, что мы видим? Мы видим воду. Вроде бы это не фейковая вода, поэтому все, что мы делаем... походу нет, все-таки фейковая вода. Чего? Погодите. О нет, погодите, это же, там же, нет, я не активировал спампоинт, или же спампоинт просто не сработал. Что произошло, я честно не понял, давайте посмотрим еще раз. Давайте, загрузка пикселей, загрузка пикселей, давай, нет, не надо меня троллить сегодня, пожалуйста. Спампоинт, походу, не работает, друзья, поэтому придется... прописать вручную. Мы поняли то, что здесь у нас барьеры. Я только что видел красные частицы, которые разлетелись во все стороны, когда я приземлился на эту воду. Поэтому давайте попробуем вот сюда. Как вы думаете? Тоже не оно. Видите, красные пиксели. Красные пиксели означают только одну вещь. То, что там барьеры невидимые. Окей. Поэтому давайте попробуем теперь... Опять барьеры, да боже мой, куда? Ку-к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 у
Здесь тоже барьер, да где? Куда мне приземляться-то, не понимаю. Одну секунду, какой блок мы еще не пробовали? Вот этот вроде бы, но на этот невозможно попасть. На этот невозможно попасть, там слишком низко висит эта белая шерсть. Но все равно, давайте попробуем. Вот там я не видел красных пикселей, красных частиц, но я реально пока что не очень хорошо понимаю, что от меня требуется. Зато погодите, я... Знаете что? Ребят, ладно, погодите, нет, все-таки давайте попытаем. Я хотел нажать кнопку в полете и просто пройти этот уровень, но... Блин, я просто даже не понимаю, как вот эту воду мы еще вроде бы не пробовали. Или нет, я ее пробовал, друзья, вот эту мы не пробовали. Только до этого мы опять же не сможем никак вроде как долететь. Слишком низко, слишком... Нет, одну секунду, друзья, одну секунду. О май гад, вот оно как. Оказывается, это все было очень просто. Погодите, я разве сюда не пробовал в самом начале прыгнуть? И не были красные частицы? Или я перепутал с этим? Вот, видите, здесь барьер. Вот я не могу пройти. Ладненько, хорошо, найс. А что? Ты не мог? Как? Иди дальше. Окей, загрузка пикселей. Окей, интересно, мне нравятся такие телепорты. Давайте посмотрим, что у нас будет дальше. Что же может нам еще автор такого приготовить? Пиксели? Алло? Нет. Я же не застрял, да? Ребят, нет. Меня сейчас телепортируют, все будет хорошо. Мы ничего не сломали. Все должно идти по плану. О, нет. Почему всегда со мной такое должно произойти? Плюс сегодня, после моего того самого видоса, ребята, мы что-то сломали. Что я мог сломать? Окей. Мы только что были где? Мы только что прошли вот этот уровень. Потом мы прошли дроппер. Значит, нам вот сюда, наверное. Я предполагаю. Да, нам походу сюда. Поэтому Adventure на спампоинт, не знаю, будет работать или нет. Мы пропишем его вручную. Что здесь будет? Выживание какое-то? Или... Погодите, что это такое? Левел 1, левел 2, левел... Воу-воу-воу-воу-воу. Что мы делаем? Мне даже никакого описания не дали. Правило. Тут тебе надо создавать стартовый меч из дерева и начать ходить по локациям, убивать мобов, из которых будут выпадать ресурсы. То есть, погодите, вы хотите мне сказать то, что я должен быть в сурвайвале, да? Все правильно. А как активировать мобов? Ага, заспаунить. Окей, давайте тогда начнем это делать. Я так понимаю, мы выходим в сурвайвал, и нам нужно... Стартовый меч — это какой меч? По идее, деревянный, потом каменный, потом железный. Все правильно, да? Здесь мы делаем деревянный меч. Хотя мы можем, наверное, каменный сделать, хотя... О май гад, пасхалка Magic Stone. Офигеть, как хорошо, что я копнул. Окей, думаю, мы сделаем каменный, но вы можете видеть здесь бедрок, поэтому придется, наверное, сделать все-таки деревянный. Начинаем с деревянного меча. Слушайте, необычный режим. Пока что звучит интересно, мы еще его не пробовали, но давайте посмотрим. Первым делом, конечно же, по традиции, забираем наше дерево, делаем доски, делаем верстак. Теперь делаем палки, изи. Теперь ставим верстак сюда, делаем меч следующим образом и поехали. Заберем ли мы с собой верстак? Давайте заберем. Наверное, нам еще придется крафтить по любасу, поэтому... А нужно ли мне делать кирку, или как это работает? Ладно, давайте посмотрим, заспауним первых мобов. Ух ты, что ж ты, кто ж вы такие, вы что делаете? Парни, спокойно, парни, давайте поговорим. Давайте все обсудим, парни, давайте не будем. Слушайте, реально шахтеры, друзья. Камень, кирка, замечательно. А из них мне будет выпадать как раз таки тот камень, который мне нужен для крафта следующего меча. Я понял, как это работает, только мне бы не умереть. Я не хочу быть нубом. Минус один и минус два. Крутяк. О, ровно три. Нет, не ровно. В принципе, не ровно, а нам вообще-то два нужно только. Но окей, то есть вы хотите мне сказать то, что теперь я могу сделать каменный меч. Найс, неплохо. Могу ли я одеть их в броню? Наверное, могу. Хотя это броня, это смешная броня, но пусть будет хоть какая-то. Оденем вот таким образом. Так, мы прошли первый уровень, второй левел. У меня мало жизней. Ну, давайте попробуем, я думаю, мы затащим. Ох ты, шахтеры, пацаны, теперь у нас железом подошли. Ну-ка, давайте все обсудим, парни. Я буду аккуратно отходить все дальше и дальше назад. Таким образом, теперь мы пройдем вот таким образом здесь. И, слушайте, я не дам им меня убить. Я слишком профессионал, друзья, я слишком про. Хоп. Они сегодня умрут или нет, кстати? Что-то у них многовато же... Я умираю. О, как они меня... Окей, то хотел сказать, как они меня не ударили, но в итоге ударили. Ребят, что-то у них слишком много жизни, я еще ни одного не убил. Как это работает? Давайте попробуем еще раз. О, наконец-то, минус один, минус два. Мы уже можем сделать меч, но, в принципе, мы давайте сначала всех убьем по-честному, каменным мечом, как это и задумывалось. Так, минус. Давайте, пацаны, подходите.
И минус канистра. Замечательно. Вау. Вау. Окей. Давайте, пацанчики, ну давайте побыстрее. Так, минус и минус. Найс, забираем железо. Теперь можно сделать хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и изи-меч. Поехали. Железный меч у нас в руках. Следующий уровень. Это у нас будут пацаны что, с алмазами, наверное? Да, я вижу алмазы, поэтому давайте посмотрим. А, будет сложновато, наверное. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. А, это зомби, тут теперь у них алмазные кирки, алмазная бронька и еще и алмаз в руке, поэтому... Давайте критами, их вот так прыжками. Прыжками и критами. Слушайте, из них мне нужно забрать броню по-любому и одеть ее на себя, потому что это будет намного, намного мощнее. Так, минус один, неплохо все-таки. Ах, как же, какие же они мощные-то, друзья. Ладно, давайте давайте план капкан, обходим сзади. И тебе получай по спине. Окей, слишком больно, один алмаз есть. Минус два. Так, ну же, парни. Так. Ай, больно, ай, нет, не надо. Окей. А, хотел пробежать в это отверстие между ними, но не получилось. Ладно, идем дальше за пацанами. Сколько осталось? Три штуки, ладно, минус один, минус два, а нет, четыре, но, окей, минус три и минус четыре. Другое дело, собираем. Теперь вот уже я хочу одеть хоть и поломанную, но хоть какую-то броню на себя. Штанцов мне не дали, походу, да, вот просто затроллировали Канеуса, ну ладно. А, теперь, ну, я думаю, мы делаем еще палки, делаем раз и делаем алмазный меч, друзья. О май гад. Поехали, следующий уровень, что же у нас теперь-то здесь будет? Незерит? Ох ты, ё-моё, окей. Поехали, ну что, пацаны? Ага, у них фул алмазка, у них алмазный топор в руке. Ой, стоп, каким мечом я сражаюсь? Алло, Канеус, пожалуйста, не надо, давай, используй алмазку. И миссия этих пацанов, офигели, тут ходят со своими слитками, типа такие крутые нафармили, да? Нафармили в обычном мире Незерит. Да вы читер? Вы читер, что я могу сказать? Такое нельзя делать. Так, давайте критами, опять же прыжками. Хоп, хоп. Ладно, давайте обычным ударом, таким образом мы наносим урон сразу нескольким. Слушайте, они меня ни разу еще не ударили, поэтому давайте план капкана, обходим сзади и поехали. Так. Обычно, когда я говорю, что они меня еще не ударили, меня сразу же убивают, поэтому давайте реально затащим. Ау, больно. Больно, много урона, но мы справимся, ребят, не волнуйтесь. Давай. Слушайте, ни одного еще не убил, друзья. Вот это реально мощь. Ну уже, парни, давайте. Так, отходим как можно дальше. Ребята, они умрут сегодня или нет? Сколько у них жизней? Ребята, это читеры. Это реально читеры. Я не могу. Ребят, ну хоть один-то умри. То есть, пожалуйста, сегодня, чтобы я понял, что... план капкан. Ага, что теперь? Давайте, забирайтесь, пацаны. Минус один. Найс. Это другое дело. Спускаемся. Так, теперь мы делаем хоп. Хоп, и идем в обратном направлении. Фу. Ребята, ладно, вроде получается. Вроде бы они начинают умирать. Это означает, что у них немного жизни осталось. Минус один. Нет, минус один. Нет, минус... Минус... Я сказал минус один и минус два. Найс, другое дело. Окей. Это мы одеваем. Штанов мне просто не выпало сегодня. Просто зажители штаны. Это все, да, я так понимаю? Это последний... К боссу? О май гад. Окей, мы готовы к боссу. Мы не сможем сделать Незеритовый меч. Здесь нету никакой... Никакой наковальни, окей. Хорошо, к боссу. Ну, поехали к боссу, друзья. О, нет, тут не... Ну, в принципе, знаете что? Визор для меня это уже просто... Убил, жми. Окей. Визор для меня это просто шутка. Смотрите, как мы его убиваем. Мы делаем раз. Ох ты, окей. Здесь потолок высокий. Это будут у нас небольшие проблемы, но... Слушайте... Слишком он громкий, хотя... Ребят, я не знаю, почему у меня такой громкий звук в наушниках, но на видео Майнкрафт вообще не слышно. То же самое с музыкой, друзья, на стримах и так далее, моя фоновая музыка. Почему-то у меня в наушниках она супер громкая, но почему-то на стриме и на видео это не слышно никогда. Я не понимаю, как это работает. Ребят, погодите, у меня было три сердца, когда я сюда... Блин, я думал, мы его убьем с тремя сердцами, друзья, у меня ни разу не... Ладно, почти. Окей, ладно, все равно сейчас замочим, потому что... В принципе, визор убить легко, просто прыгаешь в одну и ту же сторону, и мы это уже проходили, я этому научился благодаря картам от подписчиков, поэтому давай, парень, давай, все, немножко осталось, минус, пацан, минус, изи. А, я умираю. Я умру? Нет, я не умер. Хорошо, звездочку мы заберем, это наш лут, это наш приз, и жми, убил, жми. Что? Нет, мой питомец, наверное. Что ты наделал? Ты меня разозлил. Ну, что, давай, испытание, стой, не убивай меня. Я не собирался, ты отправишься в тюрьму, да? За ржавение. Нет. Окей. То есть мы замуровали компьютер. А, я могу его выпустить? Нет, значит, я его убью. Получай.
Ладно, окей, все, минус компьютер, друзья. И я так понимаю, мы прошли карту в лобби. Это мы вернемся... Куда, в лобби? Или мы не вернулись в лобби, но... Окей, друзья, что ж, мы прошли карту. Довольно-таки небольшая, но карта с душой. В принципе, в следующий раз... Что я могу пожелать автору? В принципе, ну, можно было паркур чуть подлиннее сделать, он слишком маленький был. А вот так вот этот уровень мне очень понравился. Мне кажется, можно эту идею эволюционировать каким-нибудь образом и сделать что-нибудь еще мощнее в этом стиле. И, в принципе, сюжет тоже был прикольный. Что могу сказать? Нет, карта получилась довольно-таки забавная, поэтому молодец, автор. Найс, и гигантский тебе лайк. Я вижу, ты шаришь в командных блоках. Что-то все-таки он умеет. Посмотрите, здесь командные блоки, поэтому он реально молодец. Конечно же, я взорву все вот эти уровни, потому что они были самые-самые долгие. Но карта получилась сама по себе не супер длинная, но одновременно довольно-таки прикольная. Поэтому спасибо автору гигантское. Он просил оставить ссылку на его канал в описании. Надеюсь, я не забуду и вставлю ссылочку на гидру в описании. Поэтому что ж, друзья, если вам понравился этот выпуск, ставьте ваш лойс вверх. Не забывайте подписываться на канал, жать колокольцы и всякие такие штуки. С вами был Кекс, победитель. Всем пока.